есть я понимаю, что вы руководитель пресс-службы экоинтегратора, но поскольку приехали сюда как представитель этой компании, то придется отвечать за весь экоинтегратор. Итак, первый вопрос. Что у вас за разборки со Свистаком, в результате которых Котлас 2 дня на этой неделе не мог вывозить мусор? Ну, действительно, придется отвечать за всего регионального оператора. Давайте немножко смягчим краски. Разборок никаких не было. Оператором полигона компании «Геракл» были предъявлены юридические требования в письме в адрес рекоператора. Там несколько, полтора десятка пунктов. С этими требованиями сейчас работают наши юристы и в данный момент на самом-то деле пытаются урегулировать эти отношения. Одним из ключевых требований стало именно наличие в машинах паспортов отходов. К сожалению, по пока непонятной причине, не во всех машинах были паспорта на все отходы, которые вывозили. То есть паспорта были, но не в полном объеме. Соответственно, руководство полигона сказала, нам нужны все паспорта, это их законное требование, никто это не оспаривает, и на этом основании закрыла полигон. Назвали это саботажем? Абсолютно. Вы сейчас придерживаетесь этой позиции? Да. Поясню, почему саботаж, потому что, ну, мы все понимаем, да, есть юридические нормы, есть требования закона, и мы стараемся их выполнять, но из-за наличия или отсутствия нескольких бумаг, подтверждающих класс опасности отходов, на мой взгляд, не стоит закрывать полигон и ставить под угрозу экологическую безопасность целого города. Да, саботаж, еще раз это повторю, потому что все юридические тонкости можно решить в переговорном процессе. Вы знаете, что главная претензия к экоинтегратору, что вы пришли, убрали на местах всех местных перевозчиков и тех, кто отвечал за свалки, но сами ничего не изменили. То есть получилось, что вы возите этот мусор на те же полигоны, только за большие деньги, которые теперь назначаются для населения и для юридических лиц. Вы согласны с этим? Нет, не согласен. Конечно, ну, конечно, я знаю, что такое мнение есть. Я отвечаю и журналистам, и жителям, в том числе Котласа, на этот вопрос. Ну что же изменилось тогда? Скажите, чтобы увидели это. Не понимаете, не все изменения возможно увидеть прямо сейчас. Согласитесь. Во-первых, поменялась система. То есть с 1 января я вот, получается, что сейчас буду такую азбуку на самом деле рассказывать. Людям нужно увидеть, вот изменилась система, что стало для них лучше. Пока видят, что стало хуже. Я могу задать встречный вопрос, а что было в той системе, которая работала до, которая была дешевле для людей, которая была, наверное, удобнее, но которая породила 400 несанкционированных свалок по области, серые схемы, а то и черные криминальные схемы вывоза мусора, замусоренные леса, замусоренные там реки, болота и так далее. Сейчас, повторюсь, изменилась система. Один оператор, один ответственный. Ведь с 1 января жители всей области, включая Котлас, звонят нам по любому вопросу с мусором. Вывозят, не вывозят помойку к нам. Вывозят, не вывозят помойницу к нам. А есть ли реакция? Реакция крайне оперативная. То есть, как на самом деле человек, работающий с соцсетями, скажу, каждый сигнал в соцсетях, когда есть конкретный адрес, перенаправляется перевозчику сюда, на землю. О разграничении ответственности. Контейнеры рекоператор покупает? По контейнерам рекоператор может покупать контейнеры на сумму 1% от оборота. Может и более того, будет это делать. Насчет покупает и не покупает, пока говорить рано, потому что мы только-только начали свою деятельность. На дворе самое начало марта, мы выставили одну квитанцию. То есть все это видели, получили некое количество денег. И сейчас наша задача даже не столько контейнеры купить, а сколько наладить нормальную работу на всех фронтах, включая там заплатить перевозчикам, это важно, заплатить полигонам, это крайне важно. Это наши стратегические партнеры, перевозчики полигон, да, стратегические партнеры, благодаря работе которых нормально функционирует сам оператор. А дальше уже вкладывать деньги в развитие этой инфраструктуры. План по покупке контейнеров есть. Я думаю, что постепенно он будет исполняться. Но дайте нам выйти на плановую собираемость. Не все сразу. Нельзя в первый месяц просить, что хорошо, все когда? Это будет.
Хороший вопрос. Скорее, это вопрос к руководству рекоператора, нежели ко мне. Как только у меня будет такая информация, я обязательно ее доведу до средств массовой информации. Смотрите, еще одна претензия, что рекоператор зашел на рынок, по сути, пустой, без инвестиций, и все сейчас хочет покупать и делать только на те деньги, которые получает от населения, ну и юриков. Нет, это не совсем корректная позиция на самом-то деле. Давайте начнем с того, что даже Котлас уже почувствовал те самые инвестиции, которые пришли вместе с рекоператором. Компания «Экосинтез» закупила транспорт, спецтранспорт, да, и она работает в двух муниципальных образованиях, то есть в Котласе и в Новодвинске. И это та компания, которая исторически никогда не была на рынке Архангельской области, и она пришла со своей техникой. Да, эта техника не прямо с завода, то есть не 2020 года, но эта техника достаточно свежая, подходит по всем нормативам, она ездит, работает и так далее. То есть вот она уже живая техника, купленная благодаря инвест-программе или инвест-работе регионального оператора. Давайте сейчас перейдем к теме конкретных вопросов. Поселок Шипицыно. Вот буквально мы вчера там были. Все контейнерные площадки завалены мусором. Почему не вывозить? Здесь стоит сказать спасибо вашим котловским экоактивистам, которые перекрыли, в буквальном смысле перекрыли полигон Шипицыно. А вы не можете сейчас его как-то разблокировать? И мужики же есть, взяли да растащили ветки. Эта задача поставлена перед оператором полигона, но люди вполне, я имею в виду обслуживающий полигон, вполне, на мой взгляд, серьезно опасаются за собственную безопасность. Почему так же жестко обошлись с предпринимателями и юридическими лицами в Архангельске? Они получили в квитках суммы по несколько тысяч рублей за январь. На самом деле никто жестко с юридическими лицами, предпринимателями не обошелся. Велась достаточно большая работа по привлечению предпринимателей добровольно. И мы призывали предпринимателей выйти, назовем так, из тени и прийти и заключить договор. Ведь ситуация заключается в чем? Юридическое лицо, как и физическое лицо, по закону о подходах производства и потребления номер 89, является собственником коммунальных отходов. И у него поэтому появляется обязанность заключить договор с региональным оператором. И тут такой заинтересованность должна быть обоюдной. А почему такие суммы? То есть вы их оштрафовали, что ли, сразу? Нет, никто не оштрафовал. Было принято решение выставить счета по открытым данным. А что это значит? То есть у нас были открытые данные, была вид деятельности, есть нормативы определенные. То есть понятно, что эти данные могут быть некорректными в силу определенных причин. Да? То есть, и эти счета были выставлены. Цель счетов, в том числе, да, заставить бизнес проявиться. Кстати, эта история касается не только Архангельска. Такие счета, я думаю, что могут получить и, скорее всего, получат предприниматели, физические лица и другие, и районов, и так далее. То есть это нормальное. Котласу тоже ждать? Я думаю, что да. Или выйти из тени. Денис, под финал. Вопрос уже точно вам, по вашей сфере. Вот почему вы не наладили отношения с экоактивистами? Они, в принципе, могут стать вашими первыми пропагандистами, в том числе по раздельному сбору мусора. Если поверят вам и захотят сотрудничать. Кто сказал, что не наладили? Пытаемся налаживать. Просто проходят встречи. Вы видите, в Котласе проходят встречи, проводятся собрания. И там экоактивисты кроют, так сказать, как могут рекоператоры. Значит, не наладили. Нет, давайте разведем понятие. Есть разные группы экоактивистов. Я так очень деликатно постараюсь сказать на самом-то деле. Есть экоактивисты, которые действительно, я подчеркну это слово, действительно считают, что с мусором в регионе можно что-то делать. И региональный оператор здесь скорее партнер, нежели противник. И с такими активистами мы работаем, да, то есть это я лично провожу лекции в том же самом Архангельске, Новодвинске, Северодвинске и встречаюсь с молодежью и абсолютно открыт для всех. Есть более политизированная часть, к сожалению, смешивающее понятие регионального оператора и тех
там около мусорных всех политических проблем, ну, чтобы уж четко сказать, да, проблем шиится, смешивающих это все воедино. И вот те, кто играет в политику в данном случае, да, они забывают о том, что политика – это хорошо, но мы, как рекоператор, не политические лидеры, не политические деятели, не партия. Мы компания, которая оказывает коммунальную услугу, такую же, как доставка воды, откачка канализации, электричество и так далее. У меня, честно скажу, нет никакого интереса у моих руководителей играть в эти политические игры. Самый последний вопрос. Вы надолго здесь будете у нас работать? Потому что очень многие предполагают, что вы полгода поработаете, соберете с населения платежи и свалите. Хороший вопрос, ничего неожиданного в нем нет. Да, мы здесь надолго. Соглашение подписано на 10 лет. Кроме того, я хочу, чтобы все это понимали и осознавали. Пришел в регион, пришел бизнес, выстраивающий свою отрасль, в том числе, то есть вот всю эту структуру. Никакой бизнес не заинтересован в том, чтобы моментально собрать с населения там энную сумму денег, ну, и исчезнуть. Скажите, управляющие компании в Архангельске тому пример. Приходят на дом, собирают платежи, уходят перед отопительным сезоном. Управляющие компании не вкладываются так, как вкладывается сейчас инвестор в развитие рекоператора. Управляющие компании не занимаются инвестициями. Они услужники, да, уж пусть не обижаются на меня представители управляющих компаний. Да, они, им нужен дворник, им нужен, там, я не знаю, сантехник, плотник и все. А мы же, повторю, это звучало уже сегодня, закупили технику, пусть пока не в полном объеме, но мы продолжаем наращивать парк. Мы планируем большие стройки. Тот, кто планирует большие стройки, не планирует уходить через 3 месяца.